Шадринская команда «Торпедо» снова в тройке призеров на всероссийском турнире по мини-футболу. Показать такой уровень мастерства юные шадринцы смогли на всероссийском соревновании по мини-футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения в зоне Урал-Западная Сибирь. Участие принимали команды из Краснотуринска, Нового Уренгоя, Полевского, Екатеринбурга, Березовского, Камышлова, Тюмени и Шадринска. Всего в сезоне было 4 тура, а финальная часть состоялась в городе Березовском. Состав был сильный, то есть это финальная часть. Требования более такие жесткие. У нас было 3 группы, и только победители групп боролись за медаль. Одна команда по лучшим показателям со второго места. У нас состав участников нашей группы был жесткий. Я даже не побоюсь этого слова сказать, что очень предельно, потому что каждая команда могла реально претендовать на медали. Матчи прошли в 2 круга с последующим обменом между группами. Тяжелее всего шадринской сборной в сезоне дались игры с командой «Маяк Газовик» из Краснотуринска и с «Дюсушор» из Каменска-Уральского. К сожалению, торпедовцам не всегда везло, и часто они уступали в счете буквально на 1 очко. Но шадринских ребят было не остановить. В перерывах между турами они упорно тренировались дома, чтобы быть в форме. Ездим, участвуем в соревновании, как бы. Поробов Валерий Викторович, генеральный директор, он ДСК. Вот, депутат областной и нашей городской думы. То есть вот человек действительно понимает, что детский спорт, как бы, это самое главное. Потому что если мы сейчас не посеем, дальше ничего не будет. То есть вот просто нам дали возможность участвовать в крупных соревнованиях. В этом году сенсации не произошло, так как те, кто вышел из турнирной таблицы в первенстве в призовых местах, так и держали весь сезон лидирующие позиции. Таким образом, шадринская «Торпедо» занял 3-е место. Не удалось им обогнать лишь «Маяк Газовик» из Краснотуринска и команду-победительницу «Синтур Буревестник» из Екатеринбурга. Также были названы лучшие игроки, куда вошел нападающий команды «Торпедо». Я старался очень сильно и поэтому получил лучшего нападающего. Соперники были сильные, но... По силам. 5 лет уже около. Отношения хорошие в команде. Нравится ездить? Очень нравится. Скажи. Получать призы, играть с сильными соперниками. Я пришел, но у меня братья занимались футболом, научили меня, как бы я пришел, уже знал, что как делать. Хорошо играть, забивать и стараться выкладываться на полную силу. Напомним, что в прошлом году юношеская команда «Торпедо» заняла на всероссийском соревновании по мини-футболу 2-е место.